Ребя. Просидел весь день дома. Сейчас решил поехать позаниматься. Маечка прям такая. Погода у нас 6 плюса. Я на летней резине. Поехал в спортзал. Как вы думаете, у меня получится не застрять сегодня? Так мне охота на Учкури куда-то ехать. Пипец, контрасты. Деда Дима опять какую-то хрень делает. Опять очки тренирует. Непонятное упражнение. Ну что, Петька стоять не будет, и ты такое будешь делать. Блин, хотел ее снять. А я мразь. Всем приветики. Я к обеду вроде как раскачался. Нужно поехать сейчас собрать, попросить знакомого мне усилитель. Купил у китайцев вот такой чудо-пакетик. Это усилитель мощности. Вот, хочу всех удивить. То есть вот такой маленький, но мощный. Нежели автомобильный, большой и громоздкий. То есть он как бы есть, но его как бы и нету нигде. Вот, но его нужно собрать, я сам не дам ума ему. Потом мне нужно купить слайдер, а болт вот такой, с мопеда. Я же когда упал, погнул его. Вот, новый слайдер мне вытащили. Вот как-то так, погода пипец, блин, градусов 13-12 он показывает. Думаю, может быть, съездить на море. Сейчас, если приятель ответит мне, я думаю, наверное, в Геленджик мотануться. Что делать? Погода классная. Что дома сидеть, да? Ебой. Домашние пельмешки. Нет ничего, по-моему, вкуснее. Еще и из муки второго сорта с отрубями. Да ты шо. Всем хорошего дня. Яблочко. Зацепился беседник и подельник. Помню, что было до понедельника. Ребя, я опять с магазинчика набрал болтов с гаечками Спанч Боба лепить. Постоянно что-то откручивается. Поэтому я-то их непостоянный клиент. Будем укорачивать и колхозить. Ебой. Всем хорошего дня. Ребя, хочу вам такой лайфхак показать, рассказать, на что я сейчас подсел. Короче, бухаю я сейчас. Ну, пока не жестко, но бухаю. Если для вас... То есть, это повышает уровень жизни, могу вам так сказать, да? Казалось бы, что это такое? Что это такое? Я действительно, мне посоветовал приятель. Я сначала не мог понять, с чего у меня дно срывает. Думал, это шавуха какая-то несвежая. Я сначала начал пить по крышечке. Потом понял, что это вот эта штука мне срывает резьбу. Вот. И, короче, в итоге организм я свой приучил, как говорится, раскачал его, сейчас я уже могу хлебануть, как бы, ну, так, приличненько, да, ну, не большой глоток, конечно, но большую, 2-3 ложки столовые я могу сейчас бухнуть вот этой жижи, вот, от нее, это если вам, ребят, если вам тяжело пить какой-то там рыбий жир, да, здесь 90, короче, процентов. Сейчас, так, углеводы, калорийность, что-то не вижу я здесь. Кто знает, что это, ребят, скажите, у кого какие мысли? Омега-3, омега-6, в общем, ребят, у кого-то есть догадки, что это такое? Напишите.
Ну и самое главное, блин, забыл купить вот эти болты крепления слайдеров. Опять сейчас вернусь, забыл просто за них. Как вам видок, ребят? Вчера у меня были домашние пельмешки, а сегодня домашние вареники с мукой второго сорта. Ебой. Че у меня тут происходит, ребята? Короче, решил я проводку, малюха, пошел рудить, потому что замечаю, что что-то где-то окислилось по ходу. Потому что газу даешь на холостых, все нормально, как только определенную, и на тряске это особо тоже заметно, начинает дергаться мод. Я думаю, клеммы почистить и ВД-шкой, наверное, все побрызгать. А может быть, не ВД-шкой. Ну, короче, надо вот разъемчики поразбирать и чем-то их помазать. Вот как-то так. Пойду похаваю сначала. Всем хорошего вечера. Приветики. Всем хорошего дня. У меня доброе утро. Кое-как опять раскачался к обеду. Сейчас я буду вот такой вот жижей, Liqui Moly, разбирать контакты и промазывать все эти контакты, соединения вот этой штукой, потому что у меня где-то моросит проводка. Санава, 18 градусов, блин, круто. Как может быть 18 градусов и на днях снег? Блин, что такое? Всем хорошего дня. Я поехал, мне надо проводов купить. Куда-нибудь охота залиться, но знаю, что скоро снег. Могу не вернуться на мотоцикле. Так бы хотелось куда-нибудь съездить бы. На море или в горы. Всем хорошего дня. Ребят, вчера купил крепление слайдеров, которые мне вытащили. Да, вот с этим болтом я не угадал. Этот более-менее, но тоже, блин, надо, наверное, поехать все-таки взять сотку. Потому что он закручивается, ну... Хотелось бы, чтобы он понадежнее стоял. Мне кажется, он там до конца не доходит. По-моему, надо соточку взять. Блин, вот еще и думаю, а может у меня фильтр моросит? Почему я, когда начинаю накручивать, он начинает дергаться? Хотя разъемы сейчас, наверное, попробую еще разъемчики вот эти вот все с мозгов тоже отцепить и побрызгать их. Где-то контакт, а может быть просто фильтры нужно снять, разобрать, посмотреть, что там вообще, в каком состоянии, да? Ну а сосед, он шпуляет тудым-сюдым, прямо форму взял. Красиво, красиво. У тебя есть манометр? Температура горения.